Да. Все, можно говорить, да? Можно говорить. Я хочу вам сказать огромное спасибо, слова благодарности за то, что вообще приезжаете к нам. Ты меня извини, я в шоке. Ты видишь, нет, он голову держит. Главное слово благодарности. Скажи, лучше всяких слов благодарности. Расскажи, пожалуйста, историю. Историю? Да. Как все произошло? Да. А что произошло? Ну, его заболевание, что? Ну, родились мы, значит, немножко пораньше во времени. Через месяц произошло, как мы в больнице узнали, кровоизлияние в мозг. Пришлось сделать трепанацию черепа, потому что кровь не остановилась, залила полностью весь мозг. Вот, откачивали кровь, печень не работала у нас. И потом, после трепанации черепа, через месяц было шунтирование сделано ребенку. Трепанации черепа, что там сделали? Удалили часть мозга. Ну, большую часть мозга, где-то там, миллиметров 5, может быть, где-то удалили. Вот, она уже была мертвая, как легче сказать. Потом через месяц шунтирование. Все, через 4 месяца мы вышли из больницы. Вот. Тут еще надо по болезни рассказать? Что-то по болезни еще надо рассказать? Или ну, если что ты хочешь сказать по диагнозу, что тут у него еще? Ну, вот у нас была поставлена гидроцефалия, но потом, правда, уже потом говорят, что это микроцефалия. Вот. А что, я думаю, там такой диагноз, в общем, меня даже не замораживает. На ЦП, короче говоря. Вот. Ой. А теперь слова. Большое спасибо, что вы к нам приезжаете сюда. Пытаетесь вытащить за уши наших детей, вылечить и нас самих, и наших детей, сделать нам, облегчить нас, их состояние, наше состояние, наше здоровье. А что произошло за время лечения? Вот, наверное. Ну, со мной произошли вот улучшения в том плане, что действительно мне стало намного легче. Душевное состояние улучшилось, там, ну, вот шея, то, что я говорила, да, произошло, вот, что, ну, то, что вчера мы занимались, а вообще, в плане вообще морального, что действительно стало. А с ним что произошло? Состояние. Ты помнишь, каким ты его принесла мне? Ну, честно говоря, я это наблюдаю уже в течение стольких лет, каждый день для меня это уже Так что же с ним произошло? Кроме морального, твоего эмоционального, что у Гоши произошло? Ну, вот как, ну, естественно, что дыхание улучшилось, да, потому что и правда, наше дыхание раньше было постоянно прерывистое, даже во сне он так ни вдох, ни выдох не было полным. Теперь у нас есть и вдох, и выдох, и то, что он более стал расслабленным. Спастики меньше. Да, спастики меньше. Но главное, что вот он стал, вот если вот так вот, что такое большого, то, что он теперь не только улыбается, когда просто сидит там, а он еще начинает хихикать. Подхихикивать не всегда это, но уже стало это чаще проявляться. И, например, если раньше, когда вы, например, слышали, что кто-то идет к нему в комнату, входит, то он поднимал голову, ну и все, в общем-то, на этом заканчивается. А теперь он поднимает голову, поворачивает голову в ту сторону, откуда идет шаг, и он начинает улыбаться. То есть он как бы чувствует, понимает, что и слышит, что это идут к нему. Без всякого даже разговора, вот он уже, если даже не обращаясь к нему, ничего не говоря. Ну и голова была у нас все время в правую сторону. Голова, да, у нас практически. Она не, в общем-то, ну, не... Да, потому что здесь трепанация. Да. Поэтому... И она у нас вообще не двигалась, не поворачивалась. А сейчас она не просто поворачивается, но ее держит и ворочает в разные стороны, как хочет. А, ну главное, что вот еще меньше стало вот это вот, вот это вот челюстями. Он все-таки стал меньше вот рот открывать и такой. И ручки, насколько у нас стали свободны, а, Гош? Руки-то у нас. Да. Ручки, конечно, они напряженные для кого. Да, конечно, руки-то вообще там. Но они. Если в коляске поспит часто, то приходишь, его и ноги можно вот так вот положить ему, вот он лежит даже и не плачет, не это, и ручонки вот так раскинет, лежит. Нет, вообще вытянется, как солдатик, руки вот так раскинешь, и он лежит, балдеет, улыбается. Да, да, ты еще нам песни споешь? Да. Ну, хорошо. Скажи, приезжайте к нам еще, занимайтесь с нами, будем рады вас видеть. Ладно, Гош, до свидания. До свидания. Давай еще выздоравливай. Кажется, мы будем становиться лучше и лучше.
Угу.